Да, мы с Лизой в Одессе, и если вы думаете, что мы без приключений добрались из Сочи до Одессы, вы глубоко ошибаетесь. История следующая. Вы же помните, что Turkish Airlines не пустили нас на самолет Стамбул-Москва, и нам пришлось на следующий день лететь Аэрофлотом. Так вот, у нас-то прописана была вся цепочка перелетов от Одессы до Сочи, потом из Сочи назад в Одессу. Но так как сами турецкие авиалинии нас не пустили из Стамбула в Москву, соответственно, мы попали в графу, не явились на рейс. И вся дальнейшая цепочка аннулировалась. И нас в дальнейших перелетах Turkish Airlines не было, соответственно, и билеты эти нерабочие. И это было бы очень круто узнать в Сочи, когда мы утром вылетали, мы бы могли там задержаться, мы бы могли решить эти вопросы и тому подобное. Но так как Turkish Airlines использует партнера UTAIR на территории России, UTAIR хер забил на все их ограничения и аннуляции. И нас в Сочи тупо посадили на самолет Сочи-Москва. И вот мы в Москве сидим без задней мысли, что ну, в Украину-то нас обратно как-то привезут, никаких ограничений здесь не может быть. И когда мы начинаем грузиться на Turkish Airlines, оказывается, что у нас в списке пассажиров нет. Мы начинаем разбираться, что произошло, почему так. Ни хрена не выходит. И за 2 минуты до конца регистрации мы тупо покупаем новую пару билетов для того, чтобы вылететь в Стамбул. Короче, Turkish Airlines полный незачет. Ситуацию просрали полностью. Почему-то Аэрофлоту наши документы подошли, а Turkish Airlines не смогли так отработать. Ну и отдельный огромный минус за сотрудниц Turkish Airways именно в московском Внуково. Это полное дно. Это жуткое вообще нахальство. Я даже не знаю, и хамство. На простую просьбу, а можно возле иллюминатора посадить ребенка, хочет посмотреть взлет, и это сделали все, чтобы в пустом самолете посадить нас посередине. Слава богу, девочки на борту, уже турчанки разрешили пересесть к иллюминатору. Ну, короче, жесть жесткая, но мы в Одессе, и я отправляюсь посмотреть, что там с зетками, с ремонтом на СТО. Возвращаемся, а еще нужно ж боком плюс и боком ньюсы писать. Куча дел, куча дел, куча дел. Барселона Динамо, сегодня 19:45, заряжай на эту топовую зарубу и получай приветственный бонус 2500 гривен от Пари Матч прямо по ссылочке.